Этой традиции уже 5 лет. Зародилась она еще в старом здании Развилковской детской школы искусств, а с открытием 2 года назад нового просторного помещения проводить рождественские встречи стало гораздо комфортнее. Большая сцена, профессиональное музыкальное оборудование, свет – все это позволяет сделать праздник красочнее и масштабнее. С приходом Христа в этот мир мы празднуем победу доброго над злым, вечной жизни. Да? И наши дети приобщаются не только к светлому празднику Рождества, но дети еще и проявляют свои таланты, и каждому из них хочется в этот день выступить на большой сцене и порадовать всем вместе с нами, порадоваться этому большому замечательному празднику. Воспитанники всех 4 направлений ДШИ – хореографического, музыкального, изобразительного искусства и театрального – подготовили для гостей сказочный спектакль о красоте. К премьере они готовились не 1 месяц. Это стало своего рода отчетным концертом по итогам 1-го полугодия учебного сезона. Суть сегодняшнего сценария в том, что красота – это то, что воодушевляет всех людей на прекрасное. Прекрасное – это заниматься музыкой, заниматься живописью, танцевать красиво и просто быть добрыми, замечательными детьми. Именно таким качеством мы учим своих детей. Они у нас все красивые, добрые, замечательные, талантливые. Сценарий разворачивается вокруг главной героини – самой красоты, которая вначале была нелюдимая, самовлюбленная и заносчивая. В ходе событий она понимает, что так вести себя нельзя. В жизни есть куда более важные вещи, чем внешность. Ну, допустим, в случае, что ты там заплыл на лодке куда-то на речку, и ты не знаешь, как оттуда выбираться. Для этого нужно знание, чтобы там, например, гребсти уметь, чтобы знать, что делать, не паниковать там. То есть в такой ситуации одна красота не поможет? Да. Еще один персонаж сказки «Принцесса», которую играет ученица вокального отделения Полина Пронько. Творчеством девочка занимается с 3 лет, начинала с танцев. Она считает, что каждый человек должен развивать в себе таланты и заниматься искусством. Без искусства жизнь какая-то, мне кажется, серая. И если у тебя есть какое-то занятие, которое ты можешь показать себя, то это намного лучше, чем сидеть, сложа руки, там, как сейчас в компьютерах, телефонах. У меня есть компьютеры и телефоны, но я очень мало времени провожу, и не только из-за того, что у меня нет времени, но просто мне не очень интересно, как всем остальным, и я больше отдаю себя творчеству. Рождественские встречи – это праздник, который смогли посетить все желающие. Зал детской школы искусств вмещает много людей, но традиционно в основном зрители – это родители ребят, выступающих на сцене. Они очень рады возможности увидеть, как творчески растут их дети. Это очень интересно. Дети все талантливые, умные, каждый хочет себя показать на инструментах, в стихах. Очень много всего, что это очень красиво нашим детям. Посмотреть, как они развиваются. Приходят все маленькие, малышками, а выходят большими талантами из нашей школы. Руководство детской школы искусств уверено, что эта славная традиция проводить рождественские встречи будет жить долго. И еще не одно поколение учеников сможет принять участие в этом добром мероприятии. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.